Всем привет! Вы смотрите M-Television, с вами Виджей Роман. Только в проекте Events все самые модные события большого города. Спорт и здоровый образ жизни всегда были визитной карточкой нашего города. И вот впервые в республике состоялся фестиваль экстремальных видов спорта. Комитет по молодежной политике при администрации города Уфы и молодежная общественная палата организаторами являются, проводят День молодежи России 2013. На самом деле это впервые. Это первое масштабное соревнование в уфимском скейт-парке. Задействованы 4 дисциплины: маунтинбайк, BMX, агрессивные ролики и скейтборд. Для любителей драйва и адреналина было на что посмотреть. Отличная физическая подготовка, качественное исполнение трюков и огромное желание победить читалось в глазах каждого участника. Очень позитивное соревнование. Много людей, много единомышленников, которые занимаются таким же экстремальным спортом, как я. Очень весело, такая хорошая обстановка, люди хорошие. Собрались ребята, занимающиеся уличными видами спорта. Вот, это очень здорово, потому что народ собирается так редко, и этот праздник действительно соединил всю молодежь Уфы практически. Соревнования проходят довольно интересно, в два этапа. Сначала идут квалификационные заезды райдеров, второй этап — финал, где лучшие из лучших соревнуются за призовые места. Сам я с детства катаюсь на агрессивных роликах, то есть у нас не было специализированных площадок, потому что скейт-парк открылся только в прошлом году. Мы катались по парапетам, граням, трубам, которые находятся, в пределах досягаемости в городе. Летом катаюсь на роликах. К сожалению, выступить нормально не очень получилось. Не хватило времени на раскатку, только что приехал. Настроение хорошее, очень много людей. К сожалению, вот каждый день так много людей не бывает на площадке. А хотелось бы, чтобы вот это праздничное настроение было каждый раз, когда мы катаемся. Отличная организация, заряженная качественная музыка и жгучая атмосфера риска. Это все можно было увидеть на фестивале. Все, что хотел, получилось, ни разу не упал. Отлично. Ты в следующий тур классифицировался? Пока не знаю, что результат мне идет, но думаю, да. 8 часов у нас награждение будет после соревнований. Выявят победителей. Далее у нас приезжает московская группа, уже приехала московская группа Feisty Family. Заканчивается все этим файл-шоу. Агрессивные ролики, скейтборды и многие другие атрибуты экстрима были главным инструментом соревнований. Желание быть здоровым и крепким, нескучный тренировочный процесс были залогом успешного выступления. Не нужно бояться чего-то нового, нужно просто идти к своей цели, несмотря ни на что. Победителем не рождаются, ими становятся. Фестиваль экстремальных видов спорта подарил нам море позитивных впечатлений, еще раз показав, как же потрясающе быть здоровым и активным. Триумфаторов и призеров искренне поздравляем и желаем дальнейших успехов. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Это был Events, все, что происходит в нашем большом городе. Живи в ритме, будь в тренде, смотри M-Television и, возможно, увидишь себя со стороны. На этом все, прощаемся с вами. Виджей Роман специально для M-Television. Увидимся, пока!